Война забрала жизнь двух моих дедов. Еще один дед освобождал Прагу и участвовал в войне против милитаристической Японии. Четвертый дед прошел через 8 концлагерей смерти, из них Маутхаузен, Заксенхаузен, его освободили из Освенцима. Все они были украинцами. В возрасте 16 лет дед жены, Иван Кириллович, был отправлен на работу в Германию. Он бежал, его ловили. Он снова бежал, его опять ловили. Отправили в концлагеря смерть. На нем проводили медицинские опыты. Ему делали трепанацию черепа. Но он выжил. В преддверии майских праздников я у него спросил: «Иван Кириллович, ведь вы же должны ненавидеть Германию и немцев». Его ответ меня просто поразил. Он ответил: «Почему я их должен ненавидеть? Они делали и делают все для того, чтобы мир их простил. Поэтому я говорю про День памяти и примирения».